Всех приветствую. Так, давайте вспоминать, на чем мы остановились, потому что давно не записывал эту игрульку. По-моему, мы здесь с вами в прошлой серии убили этого призрака, либо духа. И теперь нам нужно будет войти в гостиницу. Только погоди, у нас есть с вами керосин? Да, надо будет заправить полностью. Зарядить пистолет и зайти. Что это такое? Алло, алло, Ира. Зайти в гостиницу. Да, и надо не забывать, что здесь куча диалогов, которые я опять не буду успевать. Куда все подевались? Я же их слышал. Нет, только не снова. Быть не может. О, бонжур. Погоди, мы с тобой вроде справились. Каков отец, такой сын. Ты должен был умереть. Ну, до побачення. Давай, дон пистоля библиотеки. Что? Черт, как ключи в дневнике столетней давности? Да ну нахер. Это невозможно. Не знаю как, но это сработало. Может, если я найду другие страницы из дневника. Если эти телеграммы вообще можно расшифровать. Я должен цепляться за любые возможности. Скажу Дэвиду. Он ушам не поверит. Я добился больше, чем вся его команда целый месяц работы. Так, а может не скажем Дэвиду? И присвоим все себе. Блин, пятый раз пытаюсь записать. Третью или четвертую какая-то будет. Четвертая, по-моему, да, серия? Все, кажется, никак. Сейчас посмотрим. Получится ли у нас, либо нет. Так, давай звонить. Адам, что-то нашел? Как это вообще возможно? Клялся, что они в тупике. Продолжай приглядывать за ними, мы будем на связи. Блять, видать, они прослушают мою линию. Как им вообще удалось так быстро выследить меня в этой дыре? Так, сейчас я могу узнать, откуда они за мной следят. Если не ошибаюсь, локатор должен где-то быть в кабинете. Да, давай посмотрим. Так, пошли смотреть, откуда они за нами наблюдают. Боже, ты опять пытаешься меня убить? Не хочу поднимать панику, но я кого-то видела. О чем ты? Тут кто-то есть, у входа в дом. Но может это кто-то из офиса? Ну знаешь, по работе. Дэвид бы меня предупредил, твою мать, теперь я все понял. Ты же не думаешь, что это? Думай, они хотят нас сцапать. Ничего удивительного. Еще тут кто-то обратил пару дней назад, видел его мельком за деревьями. И решила... Что об этом не стоит упоминать, мне голову не приведет. Не хотел устроить панику, нам так хватает проблем. Эмма, я твоя мать, я не на пекарне работаю, я работаю гребаным шпионом. Мы даже в горной хижине можем чувствовать себя в безопасности. Не выходи из дома, запри двери и окна, я разберусь. Попробую найти что-нибудь с помощью локатора. Понял, Эмма. Дон дистали библиотеки. Так, давайте смотреть, что мы тут можем с вами найти. Но для этого нам нужно определить след. Чтобы определить след, нам нужно... Ага. Бонжур. Ага, вот. Погоди. Так, обнаружена аномалия.
Так, где ты, аномалия? А, вон. И ты. Все, до побачення. Так, где-то должна быть еще одна. Ну и где ты? Ага. Чпиник. Все. Отлично, да? А нет, еще одна где-то летает. Еще где-то одна летает. Так, этот выглядит так самоуверен, что просто подходит к моему дому и шпионит за нами. Я попробую найти больше следов. Да, давай, найдем его, я басым, блядь. Где он? Куда бежать? Побежали, ребят. Так, ну. Так, локатор нам уже сигнал. Значит, поблизости еще одно квантовое облако. Сигнал очень четкий. Квантовое облако должно быть где-то здесь. Думаешь? Так, лично... А, линии почти соединились. Ага, вот это застранец, да? Да, вот он. Здесь он перебрался на другую сторону. Нужно туда попасть. Так, что это? Дай сюда. Ага, читать. Тебе не спрятаться. Да ты шо? А как мне сюда попасть? Ага, вот как. Так. Еще раз. Вообще красавчик, молодец. Все, пошли дадим ему пиздюлей. Так, погоди. Ага, вон он наверху, да? А как нам попасть? Это домик. Возможно, сюда. Да, наверное, как-то сюда. И что мне нужно? Мне, наверное, до этого камня, да, отодвинуть нужно. Так, давай. Запрыгивай. Во. Что это было? Что это было? Ага, бросить. Давай, бросай. Алло, игра. Ну? Все, тащить. Ой. Нас чуть не прибило лестничкой. Так, нам нужно подняться куда-то. Ты издеваешься? Ты на камушке можешь запрыгнуть? Ну вот, он был в этом домике. А нам нужно как-то хорошо разбежаться и прыгнуть. Во. Тупо человек-паук, отвечаю. О, бонжур. Так. Я это зачитывать не буду, я таки извиняюсь. Я таки извиняюсь. Дом, милый дом. Что это такое? Ага, предохранитель, да? А нет, камера. От меня гандон так просто не отделаешься. Стоять, слышишь? Так, что дальше? Ойет. Скотыняка. Так. Стой. Стой, падла. Как мне? Куда? Куда? Ага, думаешь, скрыться от меня не получится. Убегай сколько угодно. Но все равно. Ах ты, коробочками бросаться. Все равно от меня не скроешься. Вот где ты, ублюдок. Ублюдок, мать твою. А ну иди сюда. Я в тебя сам коробочками бросаться буду. От меня так просто не отделаешься. Согласен. Так, и где он? Ага. Вот где он. Ну, а ты не хочешь перерезать? Ты не хочешь перерезать, не? У тебя нет такого желания? Алло, игра, ну... Блин, бесишь меня.
Ладно, давай зайдем. Опа. И шо? И типа и шо? Алло. А он от нас убежал. И, наверное, по-любому не сюда, да? А не, сюда. Только я так и не понял, зачем я обрезал эту ленту, че эту цепочку. А ну стой, падла. Гоняй за шпионом по пещере. Скажи мне, кто неделю назад, что я буду заниматься этой дебильной работой. Да, некоторые слои от тебя задумывают, так что. Стоп. Это он. Ага. И шо? Ты случайно как человек-паук не можешь Дэнди Стали библиотека делать? Я здесь не пройду. Да ладно, можно было перепрыгнуть. И здесь я тоже, да, не пройду? Так, а что-то там, что-то нам надо, а я застрял. А что нам надо, а мы пришли отсюда, да? Или нет? Или откуда мы пришли? Ой, ё! Давай. Ля ты крыса! Я правильно плыву? Ну все, сейчас я до тебя доберусь и тебя мыкну. И требую к себе уважения. Коробочкой меня тут ногой. Падла. Я шпион вообще. Хотя он, по-моему, криптограф, или как это правильно называется? Который разгадывает загадки. Ну, буду считать, что я шпион. Так, присесть. Давай, иди сюда. Один на один. Где ты? Стой, сыть. Падла, он еще обоссал нас, да? Понял, хорошо. Мало было нам того, что он с нами сделал. А нам точно сюда? Не, он сюда не хочет. Я тебе твою бабурку оторву. Так, налево, направо, направо. Мне нравится, как в играх, в фильмах они падают с такой высоты и выживают. Я на днях тут мизинчиком ударился. Где-то часов на 6 я, в принципе, не мог соображать. И ходить. Ага, нам сюда, понял. А они тут прям... Все капитаны Америки. Ну тут по-любому сейчас что-то произойдет, да? Выглядит не очень надежно, согласен. Это тебе не швейцарские часы. Давай ты еще газету почитаешь, давай. Давай, вылазь. Все, красавчик. Блять, едва пронесло. Меня здесь, кажется, пытается все убить. Было прикольно, знаешь, когда мы стоим вниз, смотрим, поворачиваемся тут. This is Sparta. И только туда вниз. Так, ладно, Арчи, немножко посерьезней. Это как бы хоррор. Чуточку быстрее, пожалуйста. Спасибо. Мистер Маньяк. Где вы? На
Надеюсь, бревно нас выдержит. Все, побежали домой. Жене пожалуемся, что. На нас тут опал. Мне нужно перебраться на другую сторону. Ну как? Может, как-то вот так? Сейчас сюда запрыгнем. Тут перепрыгнем, да? Или нет? Мы же сюда больше не запрыгнем, правильно понимаю? Так, бонжур. Дон, где стали библиотека? Понятно. Ну, дай пройти. Гребаная железка. Так, все, пошли. Сейчас тут надо будет цепочку разрезать. А ты шо, тут-то я смартфон отвечаю. Все. Побежали. Так, что тут есть? Ля. На вид настоящая древность. И шо? Ага, мы сейчас будем кустики рубать, да? Да, угадал. А ты шо, тупо по джунглям проходим, ля. Я могу здесь пройти. Так. А ну? По кровавому следу. 25, 26, 25. 30. И сохранялка пошла. Значит, сейчас здесь что-то будет. Угу, не туда. Вон мостик. Вижу, вижу, вижу. Побежали. Ну, правильно, нам же сюда же. Ну да. Во. Так, обнаружена аномалия. О, до побачення, не? Ну, алло, попадай, пожалуйста. Все, минус один. Минус второй. Блин, вот так бы я в пабге стрелял бы. Было бы вообще шикарно. Так, он прямо налево. Я почти его догнал, я чувствую. Ага, еще что-то, да? Еще какой-то сигнал поймали, хорошо. Побежали. Так, тут главное аккуратно, потому что я знаю, они где-то могут сидеть, прятаться от нас. Где-то здесь. Ага, вот иди. Ага, проход в пещеру, да? Он пролез тут, придется вдохнуть поглубже. Так. О! Мы в Нарнии. В Нарнию попали, да? Так, выглядит не очень надежно. Но может здесь удастся пройти. Мэн, нет. Прыгай, пожалуйста, давай. Ты издеваешься? Вот. Блядство, я чуть не упал. Так, сюда? Да. Давай, 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 давай. Ага, и как мне? Я ж правильно, да? Или не? Ой, нет, неправильно. А, не, нормально, ты... Ты гляди, вроде нормально идем.
Ну да, тут специально для меня краской все вымазано. Так, ладно. Нам походу сюда. Вот ты где, падла. Похоже, он что-то спрятал в кормушке. Порядок. Я от него оторвался. Сейчас нахожусь в заброшенной гостинице. Все идет по плану. Гостиница. Спасибо за подсказку, долбоеб. Так, добраться до гостиницы. Хорошо. Давай попробуем. Кстати, как вам игрушка? Нравится? Или не нравится? Можете написать в комментарии. И озвучив ли, либо мне матюки, либо не озвучить, либо быть культурным, Арчи. Так, мне нужно добраться до гостиницы. А она находится... Я даже без понятия. Что, нам эта штука не надо? Больше ничего нету. По-моему, сюда гостиница была. По-моему, мы когда с вами от бабайки убегали, по-моему, в эту сторону. Если не ошибаюсь. Хотя могу и ошибаться. Просто я в темноте бегал. Я могу реально ошибаться. Так, погоди. Не, не сюда. Угу. Ладно, пошли сюда. Других вариантов я не вижу. Тогда сохранение пошло. Что у нас тут? Старая палатка, брошенные вещи, кто-то все ее здесь побросал и так не вернулся. Why? О, чисто челика, как в пабге, сковородкой. Да, тут никого нету. По-моему, если не ошибаюсь, мы как-то по-другому в гостинице тогда бежали, когда мы от призрака скрывались. Так, ну тут пройти можно, там... Мачете разобрать, и сюда куда-то проход ведет. Возможно, я правильно иду, возможно, нет. Так что давай смотреть. Так, ворота закрыты, нужно найти другой путь. А может, ты их просто выбьешь, ну либо перелезешь вот сюда и вот так. Оп, не. Тяжело. Ну да, ой, какая большая телега, как я через нее пройду. Ладно, ладно. Так, что у нас тут есть? Какой глубокий колодец шахты, может через него можно попасть в гостиницу, только найти с помощью чего. Могу здесь спуститься, но для этого мне понадобится веревка попрочнее. Я заметил по дороге палатку, может в ней что-нибудь найдется. Ты серьезно? То есть мы могли все сразу в палатке взять, а я уже не помню, как туда пройти. Я уже не помню. По-моему, куда сюда. Проверю палатку. Ну давай, а я тебя тут подожду. Блин, а нельзя было сразу взять? Нет? Вещи. Так, на том дереве висит рюкзак. Попробую его чем-то. Так, давай сначала палатку залутаем, потом рюкзак, потом... Ага, мне сразу надо, да, туда идти. Понял, ну туда я знаю, как пройти. Там мачете она будет разрезать себе дорогу. Вот, сюда расчищать. Я могу здесь пройти. Так.
Сколько этот бедняга здесь висит? Странно, что его еще никто не снял. А рюкзак, похоже, упал с того бедняги. Так, я думаю, я смогу сбить камнем. А ну. Ага. Хорошо, что для таких, как я, тут много камней. О. Хорошо. Отлично, взять. Нам, нас точно выдержит. Ну, сейчас и проверим заодно. Так, а теперь нужно вернуться туда, где мы с вами были. Просто интересно, как ему мысль в голову пришла спуститься в колодец, чтобы пробраться в гостиницу. Шерлок. Все, полезли. А, даже без страховки, без перчаток, без ничего, да? Просто лезем вниз, хорошо. Надеюсь, чувак, ты застрахован. Угу. Побежали. Так, высовываем и... Ага, сюда. А тут мы что делаем? Ага, бросаем крюк. Ну да. Судя по тому, как я бросал камни, то это... А ты можешь нормально бросить? Все, красавчик. Так. Ну, зацепь. Есть, падла. Ты издеваешься? Ну, дон достали библиотека. Во. Похоже, дыры на какое-то большое здание. Что здесь произошло? У кого-то бомбануло. Что он там делает? Алло, что ты там делаешь? Так, обыскать рейные гостиницы, это хорошо. Как нам туда попасть? И он убежал, да? О, вот он. Бонжур. Куда он пошел? Так, погоди. Чувак, ты где? Алло. Так, обугленные руины. Ага, обугленные руины, хорошо. А как тут крутить? Ага, вот. Так, может, это из-за нее сгорела гостиница? Поразительно. Как что-то настолько незначительное может причинить столько вреда. От этой мысли у меня мурашки по коже. Ух ты, какой чувствительный, блядь. Так. Не чтобы я был звезды, но тут нужно быть осторожным, согласен. Давай разгонимся и побежали. Во. Сука. Дайте мне корек, пожалуйста. Дайте мне гребаный коряк. Так. Серьезно, я обижал вот это все, чтобы... Чтобы что? Кто он такой? И что он здесь прятал? Нужно как-то... Повернуть это сейф. Сдвинуть голыми руками не получится. Голыми руками сдвинуть не получится. Хорошо. Чем получится? Чем получится? Давай смотреть. Наверное, ничем. Я зря, да, сюда спрыгнул? Так, чем мы будем его двигать? Алло, мужик? У тебя ломика нету? Ой, вот это сейчас искать, чем вот это двигать?
Гребаный сейф. А ну подскажи мне что-нибудь. Ладно, ладно, отправляемся на поиски. Наверное, по-любому в палатке, да, лежит? Так, что здесь, ворота открыты? Ага, они вообще не взаимодействуют. Хорошо. Хорошо, и чем мы будем его двигать? Писюном? Блин, у тебя же вроде... Веревка была, но крюк, которым ты двигаешь лестницы. Неужели? Неужели ты ей не можешь? Может, я что-то не понимаю, может, тут что-то проще, чем мне кажется? Ага, там еще и шифр. Да ты шо? Ладно. Давай смотреть. Ну, я сейчас пойду по второму кругу. Так, шаги слышу. Где-то на НВ. Склад летит. Так, ну тут... Все то же самое я прошел, да? Или нет? Ну да. Весь тот же самый путь я и проделал. Серьезно, я даже выпрыгнуть не могу. Ладно. Самое интересное, что там еще и кодовый замок. А где лежит пароль? И как туда вообще попасть? Я без понятия. Так. Может, тут что-то есть? Нет, тут тупик. Тут просто стена. Невидимая, которая меня дальше не пускает. Ой, ну и все. И что? Назад возвращаться. Ладно, давай посмотрим. Так, телегу можем подвинуть, чтобы открыть нам дверку либо не... Тихо. Мне показалось, либо здесь... Ну, просто телегу отодвинь и убери. Боже. Так, ребят, знаете что, я предлагаю... Не знаю, либо в следующей серии искать. Посмотрю по времени. Ну, либо в этой, но промежутке, как говорится. Сейчас я тогда без записи побегаю. Посмотрю, что тут есть. Если что-то найду, то это будет хорошо. Если нет, ну... Нам только реально возвращаться прямо аж с самого начала. Так что посмотрим. Либо это будет отдельная серия. И на этом моменте мы закончим, а в следующей уже продолжим. Либо я... Посмотрю, как она будет. Ну, вы видите, ничего нету. Можно, конечно, еще попробовать сбегать назад, откуда мы пришли. Может, там что-то найдем. Хотя что-то, мне кажется, навряд ли, да? Я же даже не помню, как мы сюда пришли. Ага. Сюда и пришли. Ну и шо, и толка, и шо, мне возвращаться назад? У нас в дневнике что-то есть? Так, нужно как-то повернуть этот сейф, чтобы до него добраться. Блять, как это? Верни мне обратно, чтобы до него добраться. А как? Ну вот, смотри, у нас есть крюк. Нельзя это сделать крюком? Болторез и мачете. Так, продолжить. А назад я, по-моему, уже не подымусь, да? А этой штукой здесь тоже ничего не... Не
подсвечивает. Тут два варианта. Либо как-то надо вот так. Либо нет. А что-то закрытое. А ты не можешь телегу отодвинуть, не? Ну отодвинь телегу. Алло. Не, он не хочет. Ну и в принципе, ну и ладушки, правильно? Так, на камень. Ага, могу, но не могу. Невидимая стена. Ну, в принципе, значит, ладушки, ребят. Буду на этом заканчивать, не знаю. В следующей серии уже попробуем. Тут тоже не хочешь, да? И тут дверку. Ну да, это же через эту дверь не прийти. Она же из гребаного адамантия сделана. Так, я не знаю, что делать. А может, прям подсказка возле сейфа? Или навряд ли. Как-то типа ящичек этот убрать. Досточки, ящичек. Ты не можешь на него запрыгнуть? О, можешь. Так, и до пароля достану. Ну. Ну. Ну давай. Давай, падай. Гребаный сейф, падай. Не. Серьезно, ты руками не можешь его столкнуть? Какой же ты нежный. Отсюда. Отсюда тоже не можешь. Ну, тогда я без понятия. Если честно. Ну, это реально бежать, пробовать назад. Если мы сможем по веревке забраться, то тогда мы что-то искать. Если не сможем, то... Ну, вы же видите, тут вообще ничего нету. Можно, нам нужно этим, как его, этой штукой его просканировать. Ага. Просканировал, проверяем. Так, ладно, бежим к пещере. Попробуем спуститься. Попробуем спуститься, если получится. Хорошо. Так, побежали назад. Хотя толку. Ну да, здесь тупик. До веревки я не допрыгну. Ну и... Ладно. Нет, так и нет. Все, ребят, всем... Говорится, спасибо за просмотр. Не знаю, возможно, на этом мы прохождение этой прекрасной игры и закончим. Во-первых, она лагает, а во-вторых, я реально не понимаю, что мне нужно делать дальше. Если кто-то напишет мне в комментариях, куда бежать, то продолжим. Если нет, то выберу какую-то новую рульку. Поинтереснее, потому что здесь он телегу отодвинуть не может, там камушек подвинуть не может. Через забор перелезть он не может. Ничего, короче, не может. Ой, все, я устал бегать. Все. Всем спасибо, всем пожалуйста. Всем до потом, как говорится. И пока-пока.